Дорогие друзья, приветствую вас на нашем канале. С вами Олеся Архибис. И сегодня у нас новинка от Бисер Арт. Такая большая коробочка. Я предполагаю, что это еще я не открывала, я только развернула. Скорее всего, это подставка под Пасху. Да, вот новая у них вышла. Так, ну я так понимаю, как наполнитель, бумагу положили, чтобы не болталось. Так, это... На обзор также еще схемку, смотрю, положили. Икону «Тайная вечеря». Интересно, конечно, такое оформление этой иконы. Мне как-то не припомнится, чтобы у кого-то вот так вот была рамочка оформлена. Да, маки, калина. Так очень интересно. Напишите, есть еще у кого-то наподобие такое оформление? Или еще пока тоже не встречали? Давайте читаемость посмотрим. И я уже смотрю, ключ они переделали. Сейчас еще до ключа дойдем. Читаемость, в общем-то, у них, ну, я бы сказала, даже очень хорошая читаемость. Видите, вот смотрите, три красных. Мы их четко хорошо видим. Три золотых, да, тоже хорошо видим. Вот здесь четыре их. Раз, два, три, четыре. Все в этом плане хорошо видно. Так, дальше давайте серенькие. Тоже хорошо видны белые, серые отличимы. И я вижу, есть еще и символьные значки чуть-чуть, да. Это, наверное, ага, голубой. Вот. Так. Ну и смотрите, то, о чем говорила я, о том, что раньше у них цвета были перемешаны, и невозможно было понять, где какой цвет. Допустим, два желтый, золотой, вообще, или темно-коричневый, не могла понять я. Вот, когда смотрела, да, теперь я уже понимаю, что здесь от светлого, я вижу вот этот и вот этот. Вот если бы они разбросаны были, то я бы их не могла понять, где какой светлее, где какой темнее. Теперь они выставляют от светлого к темному. И видите, они группируют. Вот одна группа идет, да, на что-то там. А вот это вот, они тоже как бы бежевые, да, это уже другая группа. Это очень правильно они делают, то, что группируют. Чтобы мы понимали, что может быть бежевые и, допустим, и в одной одежде, бежевые там и во второй одежде, ну, я имею в виду у другого, да, человека, там, святого, вот, апостола, ну, в данном случае. Вот. Но мы понимаем, что они сгруппированы вот такой группкой, они разные. Вот. Это очень, конечно, положительно, то, что они так начали делать. Здесь они не дают. Я смотрю, есть, может быть, нет, нету артикулы бисера, они не дают. Но, насколько я знаю, что дальше они схемы все прорабатывают уже. И говорили, что в случае, если нужен ключ, то они высылают на электронную почту. Так, дальше поехали. Это ребята, кстати, еще же у нас и приятные сюрпризы от Бисер Арт. То, что приехала схема, и вот сейчас будем смотреть, что там за заготовка в коробочке, это будет разыгрываться в нашей группе 20-го. Так, это что у нас? 20 февраля будет розыгрыш. Желающие принять участие, пожалуйста, ищите в нашей группе альбом с призами, с подарками. И регистрируйтесь, да, оставляйте заявочку на розыгрыш, обязательно почитайте условия. Так, дальше. Ну, конечно, интересненько, интересненько. О, что я вижу сразу положительное. Они расчертили, видите, квадратики. Расчертили квадратики для удобного чтения, да, этой схемы. Конечно, она не маленькая, вот особенно когда елочка, да, вот та вот елочка у них новогодняя, здоровая, там вообще тяжело-тяжело будет. То есть, видите, они здесь расчертили линии. Так, где мои ножнички? Уже я где-то потеряла, хотела показать. Ну, я думаю, вы видите, да, их видно, эти линии. То есть квадратики сделали. И, естественно, давайте я схему. О, и вот красота. И вот вам квадратики, видите? Разбили на квадратики. В общем, Бисер Арт, чем дальше, тем больше удивляет. Ну, конечно, улучшает свою работу. Это правильно, так и надо. Тут кто стремится
Точнее, тот, кто любит в первую очередь свою работу, тот будет стремиться в первую очередь гнаться за качеством, а не за количеством. Ну, как правило, это так, да. Ну, конечно, заработок, понятное дело, тоже должен быть, не без этого, но о качестве нужно помнить. Смотрите, очень красивая такая гравировка, аккуратненькая, не пожженная, все шлифованная. Так. Шлифованная, да, приятненькая на ощупь. И, конечно, я сейчас это все добро соберу. Вот. И уже фетр. Я видела их не обзор, смотрела. Ну так, частично смотрела, не полностью. Я уже видела, что там фетр есть. Единственное, что какой-то они такой мрачноватый, как по мне, фетр положили коричневый. Ну, я думаю, что, наверное, было бы хорошо, если бы он был бы посветлее, этот фетр. А как вы думаете? Все-таки это Пасха. Ну, светлый праздник. Я бы поставила что-то светленькое, голубенькое или зеленое. Ну, а вы что по этому поводу думаете? Напишите. Так, как видите, все у нас завернуто. Такую бумагу лощеную, да, ну, для того, чтобы все аккуратненько было. Говорили мне, что эти коробки разлетаются. Но я предыдущую закупку делала там, где куча пысынок приехала. Кстати, у нас еще там есть свободные эти пысынки, кто хочет, может взять. Вот. Ну, у меня пока ничего не разлеталось. Вам я по ссылке отправляю. Я их стараюсь скотчем там заматывать, чтобы плотненько все было. Ну, напишите вы, кто получал в коробочках их не заготовки бисерарт. Напишите, коробки разлетаются или нет, или нормально. Ну, когда вы получаете уже. Ладненько, буду собирать подставочку. Так, ну, в общем, вот собрала я заготовку эту. Довольно-таки она такая объемная. Но я так поняла, знаете, в бисер арт все, что они не делают, как-то так очень объемно. Елочка большая. Игрушки, вот те, помните, деревянные новогодние, тоже такие здоровые, возьмешь руку, маешь вещь. И вот эта подставка. Тоже интересно, конечно, что там у Верены, какая подставка. У нас пятница закупка по Верене, поэтому я получу, конечно, просили меня снять сравнение. Вот, я это сделаю обязательно отдельным видео. Так, когда собирала, я вот эти ножки сначала попутала. И из-за этого не хотели вот здесь вот пазики вставляться. А потом рассмотрела, думаю, что ж такое, не совпадает. Думаю, не совпадают, наверное, вот эти пазы. А потом, когда увидела, что я не той стороной поставила, ножки поменяла, получается. Вот, и потом все нормально вошло без проблем. Они дают вот инструкцию. Вы знаете, все довольно-таки очень красиво так выглядит, аккуратненько все. Вот у нас схема, но это мы видели. Вот смотрите, они дают артикулы бисера. Да, ну, конечно, вес, как вот Алла Романюк заметила, до тысячных, это просто смешно. Естественно, здесь, допустим, можно там 3 грамма взять, 2 грамма, 2, ну и так далее, да. Вот, никто эти тысячные граммы высчитывать не будет. Ну и видите, от светлого к темному они сгруппировали уже по цветовой палитре. Конечно же, это уже удобно. А вот, ну и вот этот, в общем-то, фетр, о котором я говорила, что какой-то он темноватый, да, вот сюда сзади. Я бы взяла бы все-таки его светленький. Но он довольно-таки такой толстенький фетр, жесткий, жесткий такой. То есть он хорошо форму держит, видите, такой хороший, жесткий. Вот, ну что ж, на сегодня все. Пишите, пожалуйста, ваше мнение. А, на сегодня все. Нет, вы же еще можете принять участие в розыгрыше, что самое интересное. В розыгрыше как иконы, я сказала, и, конечно, вот этой вот подставки. 20 числа, 20 февраля будет проходить розыгрыш в нашей группе. Ссылочку на группу вы, конечно, увидите в описании. Так что присоединяйтесь, ну и подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик. Всем пока-пока.